Марья Ивановна говорит: «А дети, вам было задано сочинение на тему «Моя любимая передача». Вот, Вовушка, скажи, ты сам писал или тебе папа помогал?» Вовушка говорит: «Папа помогал». Марья Ивановна говорит: «Скажи твоему папе, что передачи можно не только получать, но еще и смотреть». Вовочка идет по улице со своей мамой. Другим навстречу идет мамина подруга. После того, как поздоровались, мама говорит Вовочке: «А Вовочка, поцелуй тетю». Вовочка говорит: «Не буду». «Вовочка, я сказала, поцелуй тетю». «Не буду». «В чем дело? Почему ты не хочешь поцеловать тетю?» Вовочка говорит: «Она за это вчера папу по щеке дала». «Ну, а теперь я вам понаставлю двоек», — сказал Вовочка, заходя на страницу Марьи Ивановны в «Одноклассниках». Вовочка говорит отцу: «Папа, папа, папа, ну папа!» Отец говорит: «Вовочка, я же тебе говорил, чтобы ты не открывал рта, пока тебя не попросят». Вовочка говорит: «А, хорошо, я больше не буду. Только спроси меня, кого укусил Рекс и не упала ли мама с балкона?» На уроке истории. А, Вовочка, расскажи нам, как поступали благородные рыцари с побежденными противниками? Вовочка говорит: «Они завали их металлолом». Марья Ивановна говорит: «А, Вовочка, скажи нам, где мы окажемся, если будем сверлить землю на экваторе?» Вовочка говорит: «В сумасшедшем доме». Вовочка спрашивает у папы: «Папа, нам дали задание написать сочинение про папу. Как лучше написать? Отец много зарабатывает или много работает?» Отец говорит: «Пиши как хочешь. Только главное добавь. На ремонт класса больше не даст». Подписываемся.